Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я выиграю в Poppy Playtime, продолжение, второй эпизод. Как вы помните, в первой части мы пришли и освободили куклу. Вот здесь вот она спала, мы открыли дверь, и она очнулась. You opened my case. Ты открыл мой ящик. И на этом у нас закончился первый эпизод. Отличнейший эпизод был, и вышел второй эпизод, который мы вместе с вами сейчас будем смотреть. В нем есть просто ужасные вещи, по крайней мере для меня, которые мне очень просто не понравились. Ну, есть и прикольные моменты. Давайте смотреть, что же добавилось во втором эпизоде. Вау, fly in a bed. Ну, как мы и говорим... Подождите, шевелится рука! Как это? Короче, как мы освободили Поппи, теперь она, соответственно, свободная, и мы пытаемся теперь вместе с ней как-то покинуть фабрику, найти выход. Ну что ж, давайте смотреть, что же придумали во втором эпизоде и кто нас будет ждать, кроме птицы в паутине, точнее, мухи. Вау, так, смотрите, кто-то висит у нас на стене. О, 91-й год, классная песенка, дева, на-на-на. Так, ну что, ребята, вот и наш новый персонаж. Вы все уже знаете, кто смотрел видосики, это у нас мамочка длинные ноги. Ластик-пластик, она растягивается просто до неимоверных размеров. Когда вам весело и весело. Mommy Long Legs называют мама длинные ноги. Дословный перевод этого нового персонажа. Так, ну что-то пошло не так. Кстати, я слышу, по-моему... Да, wake up! Проснись! Какая-то жуткая происходит. Wake up. Так. Подожди, это кукла, это Поппи, да? Wake up, проснись. Это она мне, что ли, говорит? Не понял. Наверное, мне. Ага. Poppy Playtime, эпизод 2. Ну что ж, глава номер 2 выпущена, ребят. Сейчас мы с вами отправляемся в новое приключение. Довольно-таки будет длительное прохождение. Я записал вам только первую часть, где-то минут 30 будет продолжаться наше приключение. Поэтому запасайтесь терпением, будет интересно и немножко страшно. А может и немножко. Ну, в общем, все увидите сами. Так, ну что, осмотримся. Ой, подожди, а здесь что такое? Здесь кто-то не доклеил обои. Ага, я думал, это секретка. Так, ну короче, ребят, мы очнулись, видите, wake up, говорила куколка, и мы wake up-нулись. То бишь, очнулись, проснулись, и ее уже нету. Куда-то она убежала, почему-то нас не подождала. Ну что, пойдемте возвращаться, что мы хаги-ваги теперь будем искать. Интересно. Ладно, идемте потихонечку. Так, это все вроде было. И тут шкаф был. Шкаф был заставлен на дверь. А, подождите, а это кто сделал? Ничего себе, нам закидали. О, видите, шкаф это двинут, и есть дверь. Мы ее уже можем открыть. Отлично. Ну что, ребята, идемте смотреть. Опять мы очутились на фабрике. По-прежнему мы здесь. Никуда не смогли выйти. Мне что первое очень не нравится в этой игре, ребята, это качество графики. По крайней мере, у меня. Я не знаю, с чем это связано. Может, какими-то непосредственно настройками. This way. Этот путь, она говорит. Она подсказывает мне. Возможно, это как-то связано именно с моим компом. Но я читал, ребята... О, так, тут-то закрыто. Я читал много комментариев по поводу именно технических возможностей этой игры, и очень много ребят жаловалось, просто безумное количество. В основном у них после интро вообще вылетала игра. Продолжай идти. Так, я вижу крюк. Я знаю, что в этой версии можно будет уже вот так на нем кататься. Давайте попробуем. Еху! Ну ладно, не очень получилось, давайте еще раз. Секундочку. Я, по-моему, не очень правильно держусь. Опа! Не. Короче, нужно прям попасть... Мне кажется, я попадаю немножко не на рычажки, а чуть-чуть выше или чуть... Вот так вот, мне кажется, правильно будет. Ну-ка. Так, теперь. Посмотреть. Вот так. И... Опа! Есть. Получилось. Так, ну что, ребят, хорошо. Идем дальше. Что у нас здесь? Нажми кнопочку. Давайте нажмем.
Прикольно, да? Так, ладно. Ага, куда нам дальше идти? Ага. Ху-ху-ху. Где уж. Это просто, короче, ни на что не влияет. А, слушайте, можно... Я понял. Бочки можно двигать. Значит, мы можем пройти сюда. Опа! Это что такое? Это ключик! Ты посмотри в свой инвентарь. Тап. Красивый. Слушайте, это цветочек. Помните цветочек? Мы его искали в первой части. Сейчас у нас появился ключ с этим цветочком. Это говорит о том, что он откроет какое-то секретное, по крайней мере, место, которое очень важно для нас. Потому что этот ключ как раз как-то связан с нашим пребыванием здесь. Опа! Ну что, ребят, в принципе, я уже научился, мне кажется, прыгать. Но это пока. Пока за мной никто не гонится, не бежит, не убивает меня, это да. Ну что ж, открываем. Вау, чей-то кабинет. Прикольно. Так, 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 хорошо. Ой, что это? О, господи. Это подушки я раскидал, подошел близко. Я уже испугался, думал, кто-то в кабинете вместе со мной. Так, почему-то тут очень много детских рисунков. Ведь у нас семья... Короче, это кабинет, я так понимаю, разработчика. Давайте послушаем кассету. И здесь его рисунки его семьи, я так понимаю, да? Детей. Ну что? Is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family. Короче, рассказывает о том, что как бы это фабрика этого чувака, который тут, собственно, делает невероятные просто куклы, что он очень много времени теряет, проводит на разработку разных кукол. Но ничего себе. Ну, к сожалению, в каком-то там году погибла вся его семья. Я так не понял, с чем это было связано. И он после некоторого перерыва все-таки вернулся к производству. Ой, бедненький. Ну, спрашивают, как же он после такой трагической потери начал продолжать заниматься этим? Ну да, это очень печально. Получается, ребята, вот эти рисунки, это рисовал ребенок этого разработчика, этого конструктора. И вот видите, они развешаны просто тут. Вот, смотрите, for Elliot Ludwig. И, видимо, он по этим рисункам, по этим эскизам, что рисовали его дети или ребенок, я так и не услышал, сколько у него детей было, он делает теперь игрушки, может, в память. О, кстати, подсолнух, ребят, смотрите. Опа. Опа. Я что-то взял, прикиньте. А что это? А что? Подождите, вопросики. Сплошные вопросики. Я взял вопросик. Короче, я не знаю, зачем. Я взял какую-то статуэтку, и, видимо, их нужно собирать. Тут какое-то написано... Непонятно. Очень плохо видно. Я не вижу, что именно, короче, там написано. Так, это не берется. Почему-то оно все залепано кровью. Так, а здесь, смотрите, смотрите. Тут... Ой, подождите. Подождите-ка. Секундочку. О, прикольно. Вот это да. Я бы, конечно, не догадался, что нужно ее открыть, если бы не нанесенные на ней... Эх, допрыгнуть не могу. Я был уверен, что мне надо в эту вентиляцию. Оказывается, что нет. Нужно вот в эту вентиляцию. Ну ладно, давайте, ребята, посмотрим, что здесь. Так что наш разработчик очень грустная история. Может, как-то это связано с тем, что здесь сейчас происходит. Угу. Так, ладно, что-то мне страшненько сюда спускаться. Что-то здесь нехорошее сейчас будет происходить. Подождите, это кукла? О, боже мой. О, я не хотел тебя напугать. Привет. Здорово. Что? Как туда я попаду? А, я понял. Я понял. Понял тебя, да. Угу, хорошо. Это мы сделаем. Это мы умеем. Это мы уже делали. Так. И куды? Куды сюды? Туды? Понятно. Так, ладненько. Так. И вот туды. Нет? Да как так? Так, ладно. На тебе. О, получилось. Хлопает.
Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты меня спас. Я так долго там ждала, сидела. Я хочу тебе отплатить за это. Тут недалеко есть станция. Станция поездов. Нам нужно выбираться отсюда. Окей, а как мне это сделать, ты не скажешь? А, вон, подожди, это откуда ты? Откуда звук? Откуда звук? Где ты? А, привет. А, вижу, все, поехали. Я по-прежнему кукла, говорит. Угу, я понял. Ну ладно, возвращаемся, видимо, туда же, откуда пришли. Идем. Прикольная игра. Вот пока все нравится. Качество картинки. Я тебя вижу. Привет. Окей. А она меня ждет за вот этим вот забором, который закрыт. А, слушайте, уже можно открыть. Я починил электричество, я понял. Все хорошо, все складывается. Так, у нас открывается. И чувствую первое испытание на паркурчик. Весело. Че себе дыряка. Капец. И вот здесь, ребята, у меня начались серьезные проблемы с качеством картинки. Смотрите, точечки какие-то начали появляться. И всякое такое. Короче, в чем самое худшее для меня пока открытие этой игры? Потому что здесь проблемы с качеством картинки. Проблемы с тем, что я не могу поменять даже настройки. Все настройки, которые я меняю, они возвращаются обратно. Вот смотрите, как она прогружается ужасно. Смотрите. Видите? Качество. I'm going to need you to trust me. О, черт! Кто? Как это было неожиданно. Она говорит, слушай, ты должен доверять мне. И тут какое-то вот это вот, видно, мама длинные руки ее схватила. Ну что, я чувствую, нужно ее спасти. Везде закрыто. Прыгаем. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Фух, короче, ребят, я спустился вниз. Сейчас мы будем, судя по всему, чинить опять электричество. И пока я это делаю, я вам расскажу, что я на форумах вычитал. На форумах все ребята тоже, видите, вот эти точечки у меня с текстурами как-то плохо прогружаются. В общем, это очень неприятненько, потому что игра классная, хочется насладиться, а я все время отвлекаюсь на то, что не идеальная картинка вокруг. И как бы... Давайте сейчас починим быстренько. Подожди, а что не получилось? Подожди. Ого. Смотрите, поднимается забор и отбивает, как бы ломает мне руку. То есть я не могу таким образом запитать. Ладно, давайте с этой стороны попробуем. Так, вот так вот. Ага, и с этой стороны тоже поднимается панелька и не дает мне это сделать. Интересно. А это сюда я должен... А, я... Кажется, я понял, что делать. Мы так не можем... Нам надо за синий, наверное, трубой это сделать. Вот тут, вот смотрите. А тут тоже нельзя? А, тогда не знаю, подождите. А, не, можно, а все. Смотри, так. Значит, вот это теперь поднимется, по идее, оно не отобьет мне руку. Вот так вот заведем сюда. Так, 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 подожди, да. Ну да, по идее, должно сработать. Все, поднялось, но видите, не перебило. И теперь с этой стороны. Шикарно. И теперь туда еще... Ага, нет, подождите, тогда не так, тогда вот так вот. Капец, как сложно. А теперь вот так и здесь руку. Идеально, все. Мы починили. Электричество, отлично, замечательно. И теперь можем отправиться на Game Station. Игровую станцию. Так, ну, я вижу выход, это хорошо. Красная рука у меня есть. Туда мы идем, собственно. Так. Опача, она за меня нажала. И вот наша мамочка! Бежать, сокрыто, ё-моё! А, она держит нашу куколку! Отпусти ее! Отпусти ее, я тебе говорю! Отдай! Отдай, тебе говорю! Поппи! Я спасу тебя! Так, короче... Эта мамочка забрала Поппи и хочет, чтобы мы с ней поиграли. Если ты выиграешь, я тебе дам код от поезда. Будет очень весело.
Незабываемая память у тебя будет. Чего? Капец! Она сказала, что она меня съест изнутри, пока я буду жив, если я буду нарушать ее правила. Сумасшедшая мамочка. Короче, ребята, это просто ужас. Так, ладно. В общем, тут мне должен ждать поезд. Кстати, поезд у меня тоже с первого раза не появился. Это я про лаги все по-прежнему. Смотрите, я открываю дверь. Тут должен быть поезд. Его нету. Видите, поезда нет. Хотя он должен быть сразу. Это, опять же таки, про лаги. Короче, я понял, что он должен быть. Только со временем мне пришлось опять переиграть. Потому что я понял, что-то тут не так. И теперь смотрите, со второй попыткой, когда я переигрываю, поезд уже на месте стоит. Представляете? Короче, ребят, это очень удручает, то, что много лагов в этой игре. Через многие я уже прошел, поэтому знаю, где и какие они. Буду вам подсказывать. Так, пока она пищит. Короче, ребят, я заходил на форум. Многие писали, что у них проблемы. У многих вылетает игра. У многих пишет что-то с DirectX проблема. У кого-то после интро сразу вылетает игра и ничего не происходит. И самое главное, у многих, кто писал, как и у меня, проблема, что нельзя поменять настройки. Так, подожди, сейчас я рычажочек вот так вот сделаю. Что-то должно поменяться. Game Station, добро пожаловать. У нас три игры. И еще небольшой тест. Ага. Короче, нужно подняться наверх по лестнице, и нас там будет ждать игра «Музыкальная память». Так, что-то я все время нажимаю, что-то происходит, но я не вижу, что конкретно. Так, мы можем уехать или нет? Или мне нужно... А, мне нужна рука зеленая, а у меня нет руки. Я понял. Короче, ребята, так вот, проблема в чем? Я захожу в настройки, меняю настройки, и ничего не происходит. Они просто не сохраняются. И об этой ошибке тоже писали очень многие ребят. Поэтому, если вы играете, знайте, что в этой игре много лагов, багов, и я надеюсь, что со следующим обновлением они все исправятся. Поэтому я сейчас записываю первую часть, и надеюсь, что ко второй части уже выпустят, ну, хотя бы какое-то мини-обновление, которое уберет все эти баги, и я уже смогу с нормальной картинкой... Секундочку, тут проход открылся. С нормальной картинкой вам показывать прохождение дальше этой замечательной, я уверен, игры. Пока сама игра мне нравится, единственное, вот эти вот, видите, все ужасные текстуры, все проблемы с графикой, вот это очень удручает. В остальном игра, конечно, клевенькая. Так, и атмосфера такая прикольная, ходит, где-то паук, где-то что-то шумит, что-то падает, все время на что-то отвлекаешься. Так, я не хочу сюда прыгать. Это к этой мамочке, она тут живет. Это ее берлога, я знаю. Не хочу, не хочу, можно я туда не пойду? Не хочу! Она меня пугает. Она хочет со мной играться, а я не хочу играться с ней. Ладно. Так, какой-то красный рычаг. Почему я все красные рычаги дергаю? Может, это плохая привычка? А-а-а! Не бейте меня. О, вау, смотрите, здесь какое-то производство очередное. Так, кассеточку почитаем. Давайте включим, пускай поработает что-то. А куда кассету ставить? А, вот вижу. Так, там какой-то попкорн делается. А, так, молдинг рум. А, молдинг. Молдинг это, как вам сказать? Ну, типа, когда что-то красят машину, вот, как бы, делают из нее апгрейд машины, там, все такое. Ну, типа, что-то в этом жанре, я думаю. Так, здесь красненькая, давайте посмотрим. Если тут какие-то рычажки, что-то может тут тоже дернуть. Ага, тут лестница. А лестница закрыта, красная дверь. Видите, вот красный замок. Нельзя открыть, да? Так, ладно, давайте думать, что дальше. Что дальше? О, кнопочку нажать, там я понял, на тебе. О, попкорн! Е-е-е, весело, весело. А, подожди. А что дальше? Опять ее нажать? А, это не попкорн, это какая-то жидкость, надо починить трубу. Понял. Не дурак. Есть. Прикольно, мне нравится. Теперь поверим. Так, так, так. Теперь все заработало. Жидкость пошла. Это, видно, какой-то пластик жидкий.
И он... А, я понял, что мы будем делать. Мы будем делать руку мне, ребята, зеленую руку. Помните, мы в обзорчике видели, что у нас появится зеленая рука. Вот сейчас я ее делаю. Вау, крутяк, вот это мне уже нравится. Я себя чувствую каким-то конструктором, инженером. Там хожу, чиню все дела. Такое. Так, кнопочка следующая. Окей, нажимаем. Пэмс. Покраска. Такое. Капнул все, и закончилась, видимо, краска. Да. Написано No paint in machine. Вот здесь вот краска должна быть. О, дверь открылась. Дверь открылась. Надо пополнить краску. Идемте наверх. Тут у нас лестница появилась. Окей. Так. Супер. Во всех процессах мы участвуем с вами, да? Так, тут красненькое мигает. И что? Где рычаг? Что делать? Непонятно. А, вон. Вон краска едет. Контейнер с краской. Давайте его возьмем. Вау, прикольно. Так, ставим сюда. Ты понимаешь, да? На тебе. Зарядили красочку. Окей. Так. Теперь надо спуститься, да? Угу. Я все сделал, больше ничего не нужно. Ну, вроде нет. Хорошо. Давайте попробуем кнопочку нажать. Классненько. О, No Paint, видите, было написано in machine. А сейчас она уже появилась. Хотя надпись так и осталась, что нет краски в машине. Тогда уже поменяйте надпись. Так, и последнюю кнопочку. И можно забрать руку, я так понимаю. Ну что, ребят, если что, у меня есть еще 4 дополнительные руки, так что если одна сломается, я знаю, где найти мне новую. Ай, подожди, что я делаю? Не так, вот так. Есть. О, есть, класс. Так, ну что, теперь я зеленый, значит, я могу что-то с электричеством делать. Вот так вот, соединяем. Сюда же надо, не? Так, опять непонятно. Почему не работает? Столбик? Не. А, точно, она же так теперь работает. Все забывается. Хотя я вам записывал видео, ребята, о том, что будет в этой игре, как оно будет, догадки все и все такое. Но, видите, все позабывал, когда вышел релиз. Мы же точно, мы же теперь можем просто вот этой перчаточкой все теперь электричество открывать без всяких вот этих дополнительных обводок, так сказать. Я знаю, когда у тебя день рождения. Да? По-моему, это он сказал. Так, ну что, я набрался наверх, и теперь будет какой-то музыкальный конкурс у меня. О! Опа. Подождите, подождите, подождите. Минуточку, стоямба. Здесь был другой персонаж. Здесь висел этот... с растения против зомби, цветочек. А сейчас там какой-то у нас заяц или кролик даже. Я не понял, что-то поменяли. А чего они поменяли? Тут же другое было. Помните? Там явно другой был. Так, короче, говорит о том, что вам будут показываться кнопки. А, это Банзо. Ладно, давайте послушаем. Банзо. Ой-ой-ой. Так. Понятно. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. О боже мой! Good luck, удачи. Короче, все понятно. Сейчас вот этот Бонзо, который сверху, если вы неправильно нажимаете и не угадываете музыку, которая будет показываться вам, то он будет опускаться ниже и ниже, и в самом конце просто нас убьет. Мама просто... Короче, мама очень довольная, что такое замечательное у нас будет сейчас развлечение. И, короче, этот Банзо нас съест, если мы не сможем пройти это испытание. Короче, удачи, говорит наша мамочка. И сейчас она нам действительно понадобится. Ред, подожди. О, Ред, есть. Ага, он назад, видите, поехал. Ред, Йеллоу. Да, Йеллоу. Так, отлично. Короче, он опускается вниз. Если мы все правильно делаем, он отъезжает назад. Если мы неправильно, то он все ниже опускается и потом, собственно, нас убьет. Так, красный, желтый, красный, зеленый.
желтый. Так, красный, зеленый, желтый. Ну что ж, ребята, сейчас я немножко перемотаю уже сразу на четвертый этап, чтобы вы понимали, насколько он будет сложный. Погнали. Итак, Блум. Что за Джей? Подожди, оранжевый? Что за Джей? Что за Джей? Джей не был. А, вот и Джей появился. Блу Джей белый. Блу Джей белый. Так, блу. Вот. Джей вот. Белый. Белое сердечко. Сердечко должно. О, вот сердечко появилось. Блу Джей. Я уже запутался. Ребята, он стучит мне напрягает. А, я неправильно нажал. О май гад. Да какой первый был? Блу первый был. Блу. Джей. Белый сердечко было. И смайл фейс. Вот это. Он уже рядом. Так, Блу, Джей. Джей сердечко, смайлик, пи. Что там? Красный последний? Я не понял. Так, Джей. Так, вот так вот. Фейс. Смайлик, вот это вот и Джей, то ли красный, ну давай Джей. О, обалдеть, я выиграл. Нет? А, какой пятый раунд? Ты чё, с ума сошёл? Чё так быстро? О, как так? Ты издеваешься, я всё не успеваю. Подожди, а это что? Вот, нет, я думаю, нет, я не успеваю всё. Ты чё прикалываешься, он уже отпускается. Кажется, я правильно нажал. О, это сломано. Говорит, мамочка, а где мамочка? А, вот ты. Говорит, это так несправедливо, это так неинтересно, что сломано. Ну, короче, код от Люкап. Она мне дала часть кода от поезда. Окей. Ну что, ребята, вот в таком манере, в такой манере мы будем проходить всю эту игру. Она будет нам давать кусочки от кода, и если мы соберем его полностью, мы сможем уехать на этом замечательном поезде из этой фабрики. Ну и она говорит, что скоро она со мной еще поиграет, поэтому жди, не дождись. Быстрая моя кончина, судя по всему. Фух. Ну что, ребята, первое испытание мы прошли с вами, получили часть кода, и теперь отправляемся дальше смотреть, что еще подготовила для нас мамочка длинные ноги. Ладно, давайте отсюда выбираться, и я думаю, что вот сюда вот нам как раз и нужно. Возможно, ребят, я еще потом после прохождения запишу отдельное видео, где мы походим, поищем разные секретки и пасхалочки. Я думаю, тут много всего интересного, пока я на этом не заостряю свое внимание, потому что прохождение довольно-таки длинное. Если я еще буду рассматривать каждую пружинку здесь, то мы тут и час первую главу будем только проходить. Поэтому давайте, ребят, сейчас вот я дойду до конца и, наверное, на этом уже остановимся. Я думаю, что мы много всего увидели. Вау! Склад игрушек. Вот здесь вот можно бесконечно долго рассматривать все, я думаю, эти игрушки. Ну что, ребята, что нас ждет дальше? Смотрите уже в следующем видео. Я думаю, буквально завтра будет продолжение. И очень надеюсь, что все-таки починят эту игру. И она будет замечательной и не будет проблем никаких с текстурками и прочим. Спасибо, что смотрели, ребят. До новой встречи. Не пропустите следующее видео. Пока.